На полигоне Тихоокеанского флота построили новые казармы, столовую и баню. Здесь проходят подготовку морские пехотинцы 155-й, отдельной гвардейской бригады ТОВ и добровольцы отряда «Тигр». Это подарок от всего Приморья нашим бойцам. На этом полигоне проходят подготовку наши земляки. Морские пехотинцы 155-й, отдельной гвардейской бригады ТОВ и добровольцы отряда «Тигр». Немного комфорта в перерывах между учениями в полевых условиях – всегда радость для солдата, отметил губернатор Приморья Олег Кожемяка. 5 казарм и другие помещения строители возвели всего за месяц и получили, пожалуй, самую высокую оценку от командующего Тихоокеанским флотом Сергея Авакянца. Идея, когда все общество нацелено на одну цель, на победу. Это то, о чем говорит наш верховный главнокомандующий президент. Абсолютно разные люди, разных профессий, разного социального положения, разных убеждений. Они все сейчас объединены одной идеей. Нужна победа. Россия должна победить. Вот это первое, самое главное. Вот здесь это воплощение реальной этой идеи. А второе – это огромная практическая помощь. В течение подготовки отряд «Тигр» было решено построить такие казармы, которые бы отвечали уже более лучшим бытовым требованиям. Поэтому 10 декабря началось строительство. Сегодня 10 января. Строители сдали эти объекты. Я думаю, что в ближайшее время начнет размещаться личный состав. Здесь еще дооборудуется кое-каким имуществом, инвентарем. Это вот вклад приморцев в дело нашей общей победы.